Накануне сегодняшней встречи, я думаю, каждый может президенту задать вопрос, касающийся не конкретного какого-то случая, а вообще всей проблемы, комплекса проблем, которые сегодня существуют в обществе в целом, в экономике, в социальном состоянии общества нашего. Поэтому я думаю, что не надо останавливаться на частностях и выхватывать из много трудных позиций один вопрос и ставить президента в известность, что такой вопрос существует. Я думаю, он осведомлен. Но сегодня у нас есть уникальная ситуация, когда применен новый принцип формирования общественной палаты. У нас много представителей региональных общественных палат, и их активная работа в регионах позволит более адекватно оценивать работу региональных властей и региональных отделений федеральных органов исполнительной власти. И сейчас внедрено проведение рейтинга регионов, то есть эффективности работы глав субъектов федерации, правительств, федеральных органов исполнительных власти на местах. И вот именно роль общественной палаты в оценке рейтинга действий власти, я думаю, вот в этом составе более существенно увеличится. Вот это один из моментов, который нужно решать общественной палате вместе, конечно, с правительством, администрацией президента. И я думаю, это позволит улучшить и деловой климат, и важность принятия решений правильных, и их реализацию.